Лево точно меньше, я не буду подпуливать дальний левый пак. Ну да. А справа там... Мои дреки стреляют, потому что они пушка. Ты несешь чушь, и поэтому ты чушка. Ой, блядь. Спаун последний? Уже. Да, пулич. Лям 600 рефлектик. Это да. Отведи под ними стан. Они уже в стане, сейчас. Умеет, нельзя кроме бати. Перманентно в каких-то станах стоят мобы. Види. Так, давай призывателя Сангок законтролишь левого, я правого. Или давай защитника контроль просто, и все, я левого. Сангок левого призывателя. Бля. Все, пуляй. Все, поехали. Сбил, через дракона давайте сыграем. Я через призывателя играю. Я тоже через призывателя. Окей. Тебе призывателю каст. Давай, мой следующий. Не, мой следующий. Окей. Мой. От морды. Я пойму. Бегу. Давай. Его в одну сторону держал, в итоге повернул прям ровно в меня. Да нет, типа я же провел моба чуть-чуть. И поэтому он так дунул. Ты просто смотри, что ты делаешь. Все, блядь, смею за запахи. Ну, дыхания уже не должно быть. А, все. Пошли. Нет, двоих, конечно. Двоем. Хули, тут милишник и рейндж. Ну. Мой каст. Чупай, твой следующий. Мой сейчас будет. Рейнджер сейчас будет. Пизда, блядь. У меня КД было. Я думал, опять сейчас там. Раньше бы сказал, я бы уже сбил. На покс, ладно. Это не супер. Не те косты, на которые стоит внимание акцентировать. Герой не забудь только. Ты БМ. Он ММ. А, окей, я даю Геру. Вон те, где куча трэша, эти в БМ, блядь. Да я и вы, что ли, там ваших хантов этих как вы тут ходите вообще, ну. Он тебе перед карой все объяснил. Ну и ладно. Так, дыхание дует по центру. По центру. А, вернемся в центр. Погнали. Не, ну боссы не такие уж прямо жесткие. Пока что. Ну хири нам только просраться даст. Мне. Рука не в том шоколаде. Ну да, так ведь тоже верно. Не, босс, забей, он даже вот трол каста не дает, блядь. Налево. Сейчас тринки переодену и пот выпью. Секунду. Две. Да, блядь, переоденься. Поехали. Я через резчика играю. Через призыватель Next Cast Mode. Таких эти косты, я подниму их. Ну стану их, ну. Да нормально сейчас все будет, что-то. Нормально? Ну окей. Я в тебя попал, что ли? Поднимайте. Агро. Рейн по следующему, да. Так, в бок веду чуть-чуть. Так, контролем знаешь кого смотри еще? Мистика надо убивать. А, мистика и призывателя левого. Давай. А, еще я могу... Забей. Убьем. Ну, тогда отводи. Вот, 4 моба. Сейчас дам кик и отведу. Дал кик, отвожу. Речику я не проебать, только как надо. Я собью. Разъебет. Окей, мой кас. Я собью кас, держите там. Именно кастру на этих других. Дам кик. Не дам. Нахуй буст только откатился. Давай, быстрей. А, мой каст.
Беспал. Я на мистике. Сбил хил. Не будет следующая. Он еще одна не будет. Он тоже тихо. Стандал. Сейчас тихо. Еще мистику кикаю следующий. Зачем? Давай я на мистике сижу перманентно и все. Сбил хил. Здесь так же тащи, чё? Только... Я отыграю через резчика руны, всё. Угу. Ты через него будешь играть, да? Да, ну я в него быстро смотрю. Дам стан, когда лучница будет кастовать пронзительный. Даю стан. Так, пора отводить. Ну, пора. Го отдельно, сначала одного. Отдельно. Потом... Да, два плюс два, а потом один. Один, потом два. Ну, да. Просто тогда бусты на двоих будут, блин, быстро. Бля, хуёво молнии под тобой спавнится вулкан, блядь. Ку-ку, здрасте. Угу, не улетите к мобам. Угу, давай. Байк, поставь, кого играем? Я поставил. Это было хорошо, что они синхронно все сделали. Угу. Типа минимум потери ДПС. Правил немножко не так, ну ладно. Привет. На хитбоксе, стойте, убегайте, сейчас выведу. Я так на хитбоксе. Вау! Неплохо пробило без магии сейва. Так, ну в принципе на следующей паке бусты есть. Пятерых пулю справа? Да, пятерых справа, потом троих, двоих отдельно. Троих. У меня будут бурсты все, и Синдра, и другая Синдра. Я метку сейчас дам, наверное. Угу. О, убегайте будет. За стенку. Давай. Лучницу гриппить не буду, скорее всего, я гриппить. Да-да-да, я подведу. Все, а она здесь. Дал стан. Вывожу, выбегаю со станом. Тринкую стан. Я через лучницу играю. Пробивающий. Кровь увожу. Спасибо. Нормально. Ну да, с фулами. Давай тащи троих отдельно. Да через мистик играю. Через армовержца. Макс, ты можешь сюда их вывести? Зачем? Там место. Так, все. Вот зачем. Ну вот считай в итоге. Нормально. Стан дам под следующий каст. Продлю стан. Мой каст сейчас будет. Фу, 6 лямов. Да, 6500 влетело, блядь. Баемся нахуй, рефлекнул. Собил молнию. Да, через призывателя молнии заиграем. Зайди под ними стан. Угу. Выводи. Ебать, микробоск нахуй, косарик. Стой, спасибо. Держи пятюню. Бьем. Всего классного тебе. Давай ты потом порешься у косарика. Блять, микробоск.
Это щитер. Подтянешь. Ну давай вместе. Тяни, 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 тяни. Только через него играть, да? Через него числитель играем. Стан дал. Следующий будет кик от меня. От меня. Окей. Там это еще пойдет. Окей. Я не спикнул, честно. Бернете. Или, да-да-да, я думаю, это стать. КД кик. У меня стан с... Короче, стан на С, это на F. Я мышкой нажал, не скрипнул. Не, ты микробосс, конечно, дела творишь. Мощнейший, спасибо тебе огромнейшее за поддержку. Отвожу могу. Выводи. Слушай, я с ним тогда уже. Все, стой, не беги наверх сильно. Угу. Ну а кровь же. Я от крови веду. О, сегодня мы, пацаны, уже ключи бустить не будем, это пластовый инст на сегодня. Почему? Завтра, послезавтра там приходите. А посмотрим. Почему? Анда, в принципе. Класс там какой-нибудь, вообще часть охуеть. Пот, не забудьте выпить. Поехали. Че, мы Геру будем здесь давать, да? Ну, да, получается, да. Как бы она откатилась, почему бы и нет. Ну, почти откатилась, окей. Не, она откатится. Микробосс, ты расскажи мне, ты же зареган на Твиче. Чё ты в чат-то ничего не пишешь никогда? Чё у тебя там по монку твоему? Рассказывай. Так, а... Ладно, забей. Чё хочешь? Да я хотел крикнуть, написать микробосс, ты долбоёб нахуй, значит. Чтоб он увидел это в чате, думаю, ладно, не буду. А тебе нормально то, что от моба лужа осталось? Угу. Угу. Бред пить, блядь. У этих мобов как бы нету бонусных процентов за счет укрепленного или тираника, но, блядь... Аффиксами они владеют. Леопольд, я и не вспомню уже. Так, босс развернул стенку. И как бы... Нахуя? Води. 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 Да. Придется. Гердом. ХП многовато. Сука, вместо дамага бегаешь по вулканике, блядь, выйдешь. Хм, разворачивай от морды. Блин, морса. Вообще, блядь, не пробивает. А ты так, баком. Вот так вот поставим. Сори, лужа крови, дальше не проведу. Аккуратнее играйте, мобов не спульте. Нихуя себе, она пукнула. Давай в купол ее. От морды. То, что, блядь, она начала стакать раньше времени, это, конечно, пиздец. Ну, бьем. Нормально все будет. Ссать. Блядь, как же больно. В жопу твись, вечно лагает, завтра комп соберу и буду играть. Ну, заебись, как говорится. Тебе спасибо там за денежку огромное. Всех тебе благ, там компа нормального, чтоб работал лет 1000, не меньше. Ну, ты понял, короче. Чтоб все отлично было.
Го. А физрычек играю. Угу. Собью. Побью сейчас. Пробивающий, аккуратно. Не так уж больно, правда, дамажил вроде. Ну, все равно. Ой, нету гриппа. А я веду моба. Просто по лужам провел его. Ну да, два тика он хильнул по себе, конечно, я заметил. Хотел спросить, прокачал одного перса до 110-го, дошел до Сурамара, но параллельно получил задание на расколотый берег. С чего же все-таки начать? С берега? Там ты знания получишь, 26-е. Подождите, пожалуйста, 10 секунд, 11. Фенрира занигилирует. Сейчас, 7 секунд. Не забывай, что отчет от двух идет. Ну, сейчас. Давай. Не, ну для начала ты идет в расколотый берег, а потом все равно все придется сделать, разумеется. Дал эксплозив, проебал его. В смысле проебал? Ну, ты его кидаешь, и потом следующим нажатием ты выбираешь, когда взорвать его. Понимаешь? Хм. Прикинь, а говорит, баланс улетел... сил делать под 50-м знанием. Да. Это мощно. Ну, короче, я понял, охуенные там работоспособности у хантов. Им, кстати... Вот парень летит. Вот сейчас нажал кнопку, бахнул, вот и... Это самое... Это, кстати, одна из причин, по которой я вот сейчас не делаю сурамарскую цепочку вообще на твинке. Я жду знания. У меня на твинке просто открыт, блядь, вот этот портальчик, и все прошло. У меня даже портальчики не открыты. Макс, не цепляй, пизду. Так третий. Нормально все будет. Не ссать. А? Нихуя пробивает. Реднишь? Я. Блядь, хуёво. Ну давай одного убиваем. Одного третий. Конечно. Дай таргет-стан, Сангок, кому-нибудь там. Я уже не могу. У них диминишинг стан. Я не дамажу. О, развили. Бабс, попторт. Лагаешь. Да я знаю, куда я лагаю, ребят. Бля, лишнего не спаните. Давай. Угу, даю отчет. Нормально разбегайтесь с этим дерьмом. Угу, ну вроде неплохо. Достойно. Да пизду, босс, ладно. У нас получается Гера будет на Одина, да? Да. Ну, хотя, я бы не сказал бы. Я сказал бы, что мобы будут лютыми сейчас только. Да. Так что, Макс, особенно когда два моба будет, там прям... Это пиздец. Они рассечением охуели. Вот, именно про это я говорю, но это... Ну, в смысле, 4, 2, 1, 3. Ну, если слева направо мобов считать. Да. Ну, как всегда, ну. Количество вулканов зависит ли от количества трэша, конечно. Да. Тюрьма. Там все это оп, стоп. Оп. Чё там говоришь? Всю хуйню, чё случилось? Да вот эти даггеры, которые будут кидать и крики. Их выйдеть надо. Угу. Они ваншотать будут. И крики-то, блядь, кикать надо. Не крики кикать, а даггеры, блядь, выйдеть. Вы прожиматься по него. Ну я помню, 20 какие там вторые итоги были, пошел, блядь, с пирочетом, блядь. Блядь, это просто пиздец был. Бедный пирочет, он там уже небось устал икать. Чтоб ты понимал, я если иду с пачкой пирочета, тогда, когда закрывали мои халевые почти все время. Любой ключ, его танк фейлил ключ по-любому.
Вот именно танки будут, блядь. То он вылетит, то, блядь, он имбицил, вот. Не знаю, что можно, блядь, никого. И выйдет. Я вообще сова, мне похуй. Точнее, совуха. Вот, короче, то есть, а у меня в Сурамаре, у меня даже порталчиков нету, вот просто получается. Она мне. Помнишь, она дает квест, типа окулета найти? Угу. Он монетку ему показать. Я сделал, и все, короче. А я даже его не сделал. То есть мне даже первого портала нету на вершину. На поверхность. И, типа, когда знание хорошее будет, пойду делать эту спунчику. Да, у нас герой на скелла будет. Под следующих мобов обязательно поты. Бусты по следующих мобов будут. Угу, отлично, отлично. Сразу промаркайте кого убивать, что ли? Убивать серого будем, он, который сейчас справа стоит. Кого? Бьёрна? Ранульфа, Ранульфа. Пиу. Под. Ох. Не, даггер не сильно бьет. Ну, он без рейджинга не очень сильно, да. Ну, нормально, но не очень сильно. Игры просто когда 22-е чуваки были, там даггер летает в ваншот сразу. Ну, ты под рейджингом тебя побьет, по-моему, если не очень. Не, под каким не рейджингом? Повешай тюрьму. Тюрьму под моба. Она не вешается, да. Я законтролю его. Угу. Так, стаки рассечения сбросил. Да, летаем уже. Здорово. Да типа новую фракцию за сколько прокачали? За неделю, за полторы мы что ли? Поднимай гидку быстро. Уже вот у меня 18-400 репа, блядь. Я не знаю, откуда она, блядь. Я еще ныне сегодняшней локалки не делал там ничего. У меня типа, да. 17500. Я еще более чем уверен сделать вот этот локал квест, который с Андунином этим маленьким. Да. Напомните, за этот дают же, когда ты сдаешь припасы по 100 штук. Ну, по 150 репы, людям 165. Ну вот, а щупы ты ж много насдавал, ты говоришь. Да. Типа, можно ранников. Так, что он там уже скоро пулиться будет? Вот, сейчас. Гера. Дал. Не сама лично сюда заехала. Ладно. Я так и ребня от вас становлюсь. Так первый все равно мы сейчас выйдем. Так, смотрите, сейчас пацаны тоже будут лететь назад. Ну чтобы вулканики под нами не спалились. А, так и так будут, понятно. Го, короче, под щиток. Ну, типа, чтобы рывок скипнуть. Вовремя. Бля, если бы мы чуть-чуть быстрее бы шли, мы даже на 3 успели бы. Ну да. Короче, советую вам не заходить ни в одно локальное задание на расколотом берегу сейчас. Почему? Игра сломается моментально. Что, блять? Все жалуются в общем чате, я смотрю.
типа, они не могут вообще ничего сделать. Вот, готовьтесь я пить. Колокалки, я не могу сейчас... Блять, не Даник, здесь, не я понял, все. Но? Он говорит. Он свое еще говорит. Под приготовились. Выпить, под. Мы за 30, минут 30 убьем его? Все возможно. Давайте стараться, может на 3 успеем. Первый рейнджовый касс щуплает тебя. Ну, там, кип, имеется в виду. Ну, а, я поднял очень жестко друг с тобой подругой, прям очень жестко. Не могу кикнуть? Угу, я пришел к мобу, собью сейчас каст. Или слушай ты. Не успеваем 55 секунд. Хотя если, блядь... Вот, и готовься спить. Ну, пацаны, давайте. 35 секунд. Вот и. Не умирать. Все. Заебись. 17 на 3, я охуею. Красавчик, чё, Рейн, куда? 20-й, куда прохнул? Так, я так, гайс, я тут. Куда прохнул, блядь, быстрее. Квартал звезд. Пошли, прямо сейчас. Неплохо. Серьезно? Ну серьезно, да. Ещё квартал звезд, блядь. Ого. Нет, я не отрицаю то, что мы пойдем в него, но именно сегодня хотите? Сейчас, пошли. Да. Пошли. Хуй железо, пока пошли. Горячо. Пошли. 4-3 для мапы, неплохо. Ой, блядь.